Ассаляму алейкум, в эфире программа Journalist Studio. Мы продолжаем беседу с участниками украинского этно-фьюжн коллектива «Гурт Йогурт». Ассаляму алейкум, Пушкин. Алейкум ассалям. Я знаю, что вы работали с известными иностранными исполнителями. Расскажите о таком опыте. Ну, в принципе, да, были у нас контакты, опять же, вот по линии кельтской музыки. Бывали ситуации, когда приезжали в Украину солисты, и мы с ними, так сказать, образовывали ансамбль на таких фестивалях, как «Краина мрій». Они приглашали вообще очень такую диковинную певицу из северных районов Шотландии, Хайлендов. Такие районы, в которых даже они общаются на гельском, гелик, вот этот скотиш гелик язык, они даже не знают английского языка. Не изучают. Не изучают и не знают, могут до 20 лет вообще не говорить по-английски. То есть это такая глубинка. Вот она сказала, что начала изучать английский язык уже после 16 лет. Вот. Mm-hmm. И она пела песни, вот эти древние шотландские, и мы сделали с ней очень интересную программу и выступали на «Краине мрій». Избл Макаскил, вот такая певица. Потом был тоже у нас интересный такое многолетнее сотрудничество с волынщиком Грегори Долан. Это такой вообще странствующий музыкант по всему миру. У него очень интересные корни, то есть его предки эмигрировали из Ирландии вначале в Канаду, а потом в Австралию. То есть он несколько, ну как бы, волн эмиграции они прошли. В итоге он родился в Австралии, но в такой традиционной ирландской семье. Вот. Это замечательный музыкант, исполнитель на ирландской волынке. Я тут делаю акцент, потому что ирландская волынка или Ильянпайп. Это настолько сложный инструмент, не путать с шотландской волынкой bagpipes. А в чем сложность? Там очень, ну вот на шотландской волынке только дудочка, на которой ты играешь мелодию, и несколько еще труб, которые тянут постоянные ноты, бурдон. Да. А на ирландской волынке там мало того, что мелодическая дудочка гораздо сложнее, это как сравнить сопилку и, допустим, гобой. По сложности. То есть там куча дополнительных клапанов, сложные мелодии можно играть, так еще целый пучок еще дополнительных трубок, которые звучат, с клавишами, на которых можно играть второй рукой, запястьем, локтем, аккордами еще дополнительно. То есть там такая техника потрясающей игры на вот этой ирландской волынке. И он это все освоил, играл, и мы с ним где-то года полтора-два тоже ездили по фестивалям, приезжали к нему, он приезжал к нам. Вот, то есть такая была кипящая деятельность, потом он уехал в Австралию снова. Грег, если ты нас сейчас видишь, передаем привет, приезжай снова. Thank you.
бывали случаи, мы делали трибьют программы посвящения, допустим, там, творчеству Led Zeppelin, AC/DC, Beatles. Вот Дима и Даким Решетько отлично, они так исполняют эту программу битловскую, очень классно. Так что тоже можем, так сказать... Презентовать. Да, но голоса отличные. На то есть причина. Дело в том, что Good Yogurt образовался это в 2000 году, но знакомы мы гораздо больше. Вы учились еще вместе? Да, мы все вместе учились. Да, мы учились в одной школе, буквально у нас был год разницы. Вот, и ну вот, с гитаристом, которого вы сегодня видели в программе в музыкальных номерах с Кимом, Евдокимом, мы вообще знакомы с первого класса. Вот, я был в первом классе, он в нулевке, и мы уже с ним музицировали в классах и в коридорах. У нас в школе в коридорах бывало можно было найти одиноко стоящее пианино. Мы на переменке открывали и давай там уже импровизировать, играть разные песни, инструменталочки. Это уже повелось у нас с первого класса. Ну да, я с Кимычем знаком со второго класса, получается, как только пришел.
какие, на ваш взгляд, основные критерии профессионального музыканта? Профессиональный музыкант, то есть это целый большой комплекс разных качеств. Во-первых, это должно быть умение игры на инструменте, на котором он играет, взращенное с ранних лет, то есть это он должен пройти определенную школу, не так, как, допустим, музыкант-любитель. Вот он, ему пришло в голову, что хочу играть на таком-то инструменте. Он нашел его, схватил, кое-как научился и думает, что все. Нет, за каждым инструментом стоит многолетние годы освоения, специфики, школы определенной, то есть целый базис должен, ну, как бы быть под этим. То есть, во-первых, это, ну, как бы годы освоения профессионального инструмента. Во-вторых, это как бы так серьезный подход. То есть все должно быть сделано наилучшим образом, не должно там, допустим, допускать каких-то там халтуры. Вот. Человек должен отдаваться этому процессу. Вот. Ну и соблюдать баланс, допустим, как он вкладывает силы, что он получает взамен. То есть профессиональный подход подразумевает также то, что человек своим трудом зарабатывает. Вот. То есть он умеет играть в разных стилях, в разных как бы направлениях музыки, этим пользуется, ну, то есть выполняет свои музыкальные, грубо говоря, функции на высоком уровне. Я могу только добавить, что плюс умение слышать, слушать. Да. Взаимодействовать с теми людьми, с которыми он работает. А что касается того, что музыкант-любитель, который просто вот решил, что он там на чем-то играет, да, он потом после этого просто рискует быть раскритикованным Юрием Лозой. А что вы думаете, профессиональных музыкантов не критикует? Юрий Лоза? Еще как, легко. Thank you.
как вы относитесь к критике? Спокойно. Нейтрально. Нейтрально, и стараемся извлечь всегда какое-то здравое зерно и забыть. А потом догнать? И забить. Вот основная цель вашего проекта? Ну, изначально, когда мы собирались в 2000 году, лично для меня, поскольку, ну, я выступил инициатором, первая цель была это собрать друзей и иметь повод поиграть вместе хорошую музыку. Вот, то есть музыка ирландской традиции, она очень интересна для меня, как для музыканта-профессионала, потому что это очень так музыкально развитая, технически сложная, виртуозная практически музыка. На самом деле, несмотря на то, что ее играют автентично музыканты-любители, но они, впитывая эту музыку, эту традицию с детства, даже не замечают, как впитывают достаточно сложные и виртуозные приемы игры. Вот. То есть для меня, как музыканта... Хорошая школа, да? Да, да. То есть для них это на уровне подсознания, то есть вот как раз то, что вы говорили в начале, вот, то есть они с детства это впитывают на подсознательном уровне. Для нас же это своеобразный такой вызов, потому что, ну, действительно, вот если вы послушаете эти автентичные исполнения, там виртуозный темп, сложнейшие мелодии, когда, тем более, когда первый раз вслушиваешься. Вот. То есть для меня, как для скрипача, это представляло интерес с этой стороны. К тому же музыка очень красивая. Вот. И, ну, как я говорю, что вначале мы общались с приезжими, вот. Но когда появилась возможность вынести это все публично, нам предложили постоянное место выступлений, вот с такой программой подобной, это был повод собрать друзей, с которыми давно хотелось что-то, ну, как бы сделать проект и иметь возможность постоянно играть вместе. То есть вот первоначальная цель была такая. В дальнейшем оказалось, что у нас появилась возможность доносить вот эти разнообразные музыкальные традиции украинским слушателям. То есть возник интерес обратный. То есть многие приходили, для них это было в диковинку, такая экзотика, то, чего они раньше никогда не слышали. Вот это тоже было интересно. То есть как бы открывать людям возможность живого контакта вот с этими разнообразными музыкальными традициями. Это в большей степени музыка не для себя, не для вас, а для людей. Ну, я же вот сказал, что и для себя, ну, и для как людей. В профессиональном, да, да, росте. Ну, то есть ты чувствуешь себя посредником, через которого люди узнают что-то неведомое для них раньше. Вот это вот интересно. На людей посмотреть, себя показать.
Спасибо вам большое за интервью, за ваше время. Спасибо. Я знаю, что у вас очень плотный график. И за то, что вы так трепетно отнеслись к крымско-татарской музыке. Да, это для очень нас рады, очень важно. Очень рады, нам было очень приятно. И вот то, что и вы с нами приняли участие. Взаимно. Да, огромное спасибо вам. С вами была программа Journal Studio. Оставайтесь на телеканале АТР. Слушайте хорошую музыку.